Это чемпионат получился очень хороший. Защитили чемпионство второй год уже подряд. До этого 7 лет не выигрывали. Ну, расстроило только, что вот последнюю игру Шахтеру проиграли. Хотелось выиграть их и доказать, что не зря мы стали чемпионами. Сегодняшний матч что-то какое-то значение имел? Ну, серьезного турнирного нет. Ну, просто я даже не знаю, как ребята... Ну, ребята все равно настраивались на игру, на победу, конечно. Ну, игра получилась хорошая, выиграли, слава богу. Ну, болельщикам, конечно, хочу сказать большое спасибо. Они приходили, нас поддерживали, кричали все время. Все время нас поддерживали в трудную минуту. Очень большое спасибо. Все это для вас.